Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту самолета «Фестиваль Золотая осень». Следующим авиарейсом добро пожаловать в Польшу. Продолжительность полета составит 10 минут. Температура за бортом 20-25 градусов выше нуля. На борту 36 градусов выше нуля. Просьба отстегнуть ремни безопасности и сесть поудобнее. Во время полета запрещается брать в руки телефоны или планшеты, отказываться от возможности петь и веселиться, катапультироваться с самолета до его приземления. Во время полета разрешается распространять вирус хорошего настроения. Уважаемые пассажиры, в каждом путешествии очень важно знать элементарные фразы или иметь с собой разговорник. Мы предлагаем вам фразы на польском языке. Итак, доброе утро. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Что это? Извините. Фамилия? Где улица? Вы откуда? Я приехал из. Немного понимаю по-польски. Надеемся, наш польский разговорник был полезен вам, наши уважаемые пассажиры. А сейчас музыкальная пауза. Один из наиболее популярных туристических маршрутов. Интересная старинная архитектура, вкусная кухня, развитая туристическая инфраструктура и довольно демократичные цены. Вот ведь основные преимущества этой живописной страны. Польша! Слово «Польша» происходит от названия племени Полания,
что означает «люди, живущие в открытом поле». По площади Польша занимает 69-е место в мире и 9-е место в Европе. Этнически однородно. На территории страны проживают лишь небольшие национальные меньшинства – русские, украинцы, белорусы, словаки, литовцы и немцы. Согласно статистике переписи населения в 2001 году, на территории Донецкой области проживали лишь 4343 человека. Кстати, среди славянских языков польский является вторым по числу носителей после русского. Первая страна, которая приняла конституцию современного европейского образца. Это произошло в 1791 году. Однако документ, как и польское государство, просуществовало недолго. Через несколько лет страну поделят Россия, Пруссия и Австро-Венгрия. Крупнейший в мире экспортер янтаря. С древних времен страна славилась своим янтарем, который более 1000 лет назад перевозился по янтарному пути от Балтийского моря до Атлантического побережья. Данск, город на севере Польши, является прекрасным местом для янтарного шопинга. Для польских традиций характерна пестрота, особенно в проведении праздников. В Варшаве есть улица, названная в честь Винни-Пуха, Гуся Пучатка стрит. Улица имеет протяженность 149 метров. Интересным является тот факт, что в Польше до сих пор принято целовать женщинам руку при встрече. Многие поляки считают свои именины более важным праздником, чем день рождения. А также одной из рождественских традиций в Польше является просмотр фильма «Один дом». Суп – это традиционное польское угощение, без которого не обходится ни один праздничный пир. Обычно суп у поляки начинают любое празднование, а вот польские пироги – самое известное польское блюдо за пределами Польши. Казалось бы, что может быть удивительного в польских пирогах? Туристов из России, Украины и Белоруссии ими точно не удивишь. Но не все так просто. В Польше приготовление пирогов доведено до кулинарного абсолюта, поэтому их нужно попробовать всем туристам. Самая распространенная их разновидность – это пироги с грибами и картошкой, вылепленные в форме полумесяца. Уважаемые гости, вам интересно, что это? Отведайте наших польских пирогов. Уважаемые пассажиры, приготовьтесь, наш самолет совершает посадку в столице Польши, в Варшаве. Thank you.
который нередко поигает иностранцу шок. Вот несколько скороговорок, трудных даже для самих поляков. Попробуйте их произнести, но внимание, за последствия мы не отвечаем. Стол с поломанными ногами. Перевод. Стол с переломанными ногами. Эту скороговорку обожают польские дети. Как вы, наверное, уже догадались, главная трудность не в том, чтобы выговорить разные польские звуки, а в том, чтобы произнести само слово «повыломанными» – источник бесконечных шуток. Крул корол купил королевей, королев не корал, крулевека колору. Перевод. Король Карл купил королеве Каролине бусы кораллового цвета. Шипшишини жук жужжин тростники. Это ставшая классикой строчка из детского стихотворения Яны Чехвы содержит все самое лучшее и самое худшее, что есть в польском языке. Между прочим, город Шипшишин существует на самом деле. Сейчас он знаменит не только своим жужжащим жуком, но и ежегодным фестивалем польского языка. Сейчас я слышу, сейчас я слышу. Во время суши шоссе сухое. Эти примеры доказывают, что польский язык – оружие опасное и разрушительное. Теперь, когда вы видите, насколько все сложно, вы наверняка поймете высказывание, приписаемое Саре Бернар. Когда знаменитой актрисе спросили, нравится ли ей польский язык, она ответила – очень даже. Он звучит, как будто говорящий жует траву. Уважаемые дамы и господа, а также многоуважаемые жюри, сейчас ваша очередь освоить польский язык. Попробуйте произнести наши скороговорки. Владислав Андреевич, ваша очередь. Стол с повыломанными ногами. В часы суши шоса суши. Круль Карл купил крулавей королине корал королевого колору. Досталось, я это не смогу прочитать. Шепжешины, хноч, бымжмы, фу, ты чешины. А теперь попробуйте произнести еще быстрее. В часы суши, шоса суши. Карл купил крулавей, королине, корали, коралевого колору. Да. Стол с повыломанными ногами. Вы молодцы, вы справились с заданием. Пока. Давайте поаплодируем нашим жюри.